принципе, это информационный стенд. Так, немножко подлаги. Тут надо разбить лед, но видите, он уже разбился. Тут люди растапливают лед. Там, собственно говоря, разбивают. Ну, взрывают. Надо приподнять, взорвать. Да, нажать. Там пробурить. Вот, и появляется, собственно, информационный блок. На севере интересно, на севере комфортно, на севере забота и на севере кружит. Нажимается «Узнать как» и идет, собственно говоря, информация. Вот, например, если на севере интересно, то там рассказывается про достопримечательности, про основные, про ледокол Ленин, про семейные и так далее. Вот, там вот приматывается. А, спасибо. А я могу так, получается, разбить лед сейчас? Или он уже раз? Сейчас вот он застыл до конца, и можно будет разбить. Еще рано, да? Спасибо. Интересно, внутри ледокола. Там можно сегодня день энергетики, соответственно, поставили два ролика про энергетику. Там губернатор. И все про энергетику рассказывается в Мурманской области. И поэтому немножечко пауза между северным сиянием увеличилась. Где-то примерно до 7 минут.